Завтраки в отеле Садава. Ну, завтрак, скажем так, скудный. Вот, сок. Магазин Day to Day, купить сувениры. Вот обзор номера отель Садав. Только понравилось это заведение, во-первых, и своими ценами. Ну все, ребята, нас уже забрал наш трансфер. В отеле Садав. Ну, завтрак, скажем так, скудный. Вот, сок. Сок, хлопья, молоко, чай. Вот здесь готовятся наши тосты. Здесь готовятся наши тосты. Вот, оливки. Вот каша есть. Каша. И здесь что-то. Ну, такое. Все. Это весь завтрак. Так что на завтрак, ну, не очень рекомендую ехать в отель Садав. Всего у нас получились тосты, джем, сок, хлопья. Вон сегодня Наташа кушает кофе. Как-то так. Мои дорогие друзья, вот обзор номера отель Садав. Мы уже выселяемся, у нас номер на троих. Получается, вот кровать. Кровать достаточно мягкая. Вот здесь получается у нас столик, стулья. Конечно, отель грязь. Ну такой, скажем так, на 3 ночи. У нас ни разу не убирались за 3 дня. Вот, вид из окна, мы его вообще закрыли, потому что окна, вон, видите, очень грязные, второй этаж. Ну, как бы мы закрыли, поэтому как бы нам нормально, в принципе. Телевизор, холодильник. Вот, холодильник надо включить, мы туда ничего не ложили. Вот такой вот холодильник здесь, трюмо. Потом здесь есть вот такой вот шкаф. Вот, шкаф получается. Ну, видно, да, мебель такая пошот, такая уже вся. Здесь получается у нас сейф. Тоже мы, если честно, не пользовались. Вот прихожая уже начинается, наши вещи. Зеркало. Вот, зеркало. И теперь получается вот наш душ. Вот такая вот комнатка. Ну, конечно, ну, для 3 ночей и 4 дня это, в принципе, нормально, но такой это душ. Вот туалет, вытяжка, фен, фен рабочий. Вот, развернуться тяжело. Вот место для полотенец. Вот дверь. Вот, все по карточке. Ну, можно вон вставить визитку, и все будет работать, и все можно заряжать. Вот так вот. Вот такой вот у нас номер. В отеле Садав. Магазин Day to Day, купить сувениры. Здесь получается все цены почти до 10 дирхам. Вот такие вот классы. Слушай, как красиво. Здесь, в общем, все. Магнитики по 5 дирхам. А это что, зеркальце? Прикольно. Прикольный, да? Вау, дорого, богато, блин. Оригинально, да? А вот кепки. Как я и хотела. Вот, я хотела кепку Дубай. Сейчас выберем.
Давай следующую посмотрим. Может, там еще есть кепки? Нету кепок, да? Дорогие друзья, мы снова с вами идем кушать. У нас сегодня последний день. Мы снова идем кушать в Золотую Вилку. Нам настолько понравилось это заведение, во-первых, и своими ценами, вот, и сервисом, поэтому мы решили вновь прийти сюда покушать. Нам сейчас несут меню. Hello. Russian? Спасибо. А здесь, здесь что лучше? Здесь можно посмотреть, как будет выглядеть. Здесь что хорошо, на английском, на арабском можно увидеть, как будет выглядеть твое блюдо. Цены вот такие вот. Ставьте на паузу и смотрите. А вот принесли меню на русском языке. Сделали заказ. Мы взяли, получается, фреши, взяли холодный чай и взяли большую тарелку с морепродуктами. Такие вот они. Вот как я и говорила, где находятся. Только мы вот все время кушаем вот здесь, в Алрика. Мы по этому адресу находимся. Других мы не были, хотя их очень-очень много по городу. Лобстера, походу, надо было сюда приходить кушать, да? Скорее всего, да. У меня именно деньги заплатили. Это точно. Нам принесли суп в комплимент. О, мы любим Золотую Вилку. Это так клево. Ты рада? А еще к супу принесли вот такой поджаристый, вкусный тост. И все это бесплатно. Вот где сервис, учитесь, люди. Нашу рыбу. Фреши. Скоро Объединенные Арабские Эмираты будут праздновать свой 48-й день независимости Эмиратов. И за счет этого сейчас во многих магазинах скидки. Вот так вот все красиво украшено. Мы сейчас в Дейра Сити Центр. Вот. Идем вот с такими баулами из Day to Day. Вот. Сегодня в Day to Day купили спортивные костюмы за 24 дирхама за одну штуку. Офигенные спортивные костюмы в стиле ветровки. Просто супер. Нормально. Нас забирают через 3 часа на трансфере в аэропорт. В аэропорту мы пробудем еще 3 часа. Вот, и у нас осталось на троих 25 дирхамов. Вот мы попали в зону фудкорта. Здесь очень оживленно. Так мы не поели мороженое. Вот, что здесь есть. Японский Urban Cruise. Вот, здесь есть что-то непонятное, но это, по-моему, японское. Панда. Очень много китайской еды. Вон там столы пустые, вот здесь. Пойдемте.
Надо сядем вот сюда. А вот Техас чикен даже есть, ничего себе. Здесь есть все. Ладно, сейчас походим, посмотрим, что здесь есть интересного, потом включу. Современная мода. H&M. Говорили, что здесь скидки. Кстати, цены приемлемы, видите, от 99 дирхам. Но я бы такое не одела, и такое бы я тоже не одела. Кто одел, напишите бы в комментарии, я бы такое одел. О, покупаешь три. Чё? Берешь три в подарок? Серьезно? Самый оживленный торговый центр, популярен среди жителей. Привет! Популярен среди жителей СНГ. Нас уже забрал наш трансфер, и мы выезжаем из Эмирата Дубай. Кстати, дни пролетели очень быстро, мы много чего посмотрели. Вот, ноги болят, почти 25 тысяч шагов в день. Вот, это, конечно, круто. Как тебе отдых? Отлично. Особенно конец. Скупка ты такой. Ну почему? Мы сейчас много чего закупили. Нет, я в плане того, что вот так вот мы вернулись в гостиницу. Я думала еще минут 20 спокойно собраться будет. А тут такой, не успели зайти, нас уже забирают. Да, ну это круто. Мы сегодня много чего купили. Мы сегодня ходили в Day to Day. Мы накупили множество фиников в шоколаде родственникам, родным и близким. Вот, купили костюмы спортивные. Сейчас была сильная такая распродажа, такие ветровки как раз под нашу температуру в Нур-Султане, такие классные, прикольные. На скидках, получается, мы взяли за в тенге 2400, в рублях вот здесь вот будет видно, в гривнах тоже. Друзья, сейчас я катаюсь на такси в аэропорту. Да, даже такое есть в Дубае. Это абсолютно бесплатно. Вот так вот нас довезли. Это, знаете, путешествие для ленивых. Грамотно придумали. Мне такое чувство, как будто ты находишься не в аэропорту, а в торговом центре. Да. Вот. Я вообще забываю, что я в аэропорту сейчас нахожусь. Вон тележка тебе, да? Пожалуйста. Пакет. Ты покупаешь в дубайском дьюти-фри и выигрывай 1 миллион долларов. Пойдемте. Потратил 100 долларов и выиграл 1 миллион. Колоритно. А сверху там тоже какая-то жизнь. Вау. Классно, да, сделали? А здесь сколько вода? Вот вода по 3 дирхама. Была по 2 в апреле. Подорожала. Самое бюджетное. Мы такие за 2 покупали.
Или не такие мы брали? Не такие почти. Ой, это чипсы. Вот, а здесь все так же, 5-4 дирхама. И, друзья, возле туалета, получается, есть вода. Всегда можно подойти и бесплатно ее попить. Вот такой вот лайфхак в дубайском аэропорту. Наш гейт у нас C46. C43. А то улетишь куда-нибудь.